Хлопотливо шумит в нашей жизни базар, выбирая по вкусу средства на товар, суетясь и торгуясь, спешим мы потратить все, что нам от рождения отпущено в дар. Вот один, он страстями и чувствами пьян, вот другой, он надеждой вдыхает в дурман, третий грезит несбывшимся сном, а четвертый из-под чьей-то полы покупает обман. Мы бежим, потому что другие бегут. Мы боимся, вдруг что-то без нас разберут. Там погромче кричат, там побольше народу, значит, там по дешевке товар продают. А когда солнце место уступит луне, мы, устало согнувшись, бредем к чайхане, где грустим о потраченном, хвалим покупки или молча сидим, прислонившись к стене. Я поведаю вам, что слыхал в чайхане. Но не надо приписывать авторство мне, ведь ирония очень недешево стоит, а владение ею накладно вдвойне. Что поделаешь, вызвав улыбку одних, непременно при этом рассердишь других. Хоть о вкусах приличные люди не спорят, но бывает порой ненавидят за них. В общем так, жил на свете когда-то султан, быстроногий, естественно, словно джейран. Луналикий, конечно, глаза, как у серны, и вдобавок к тому, как у тополя стан. Ну а если султан начинал говорить, просто нечего было ему возразить, ибо был он настолько великим и мудрым, что ошибку, конечно, не мог допустить. Предположим, изволит султан сообщить, что визирь должен честным и праведным быть. Все визири тотчас эту мысль одобряют и не ленятся три раза в день повторить. А что кто-то ворует из них, не беда, ошибается каждый из нас иногда. Вот любого возьми, говорит все как надо. Ну, а делает что? Уследишь не всегда. Так что стало обычаем в этой стране с тем, что скажет султан, соглашаться вполне. Жизни это себе невозможно представить, а для сказки сойдет, почему бы и нет. В общем, был наш султан молодец хоть куда. Но кого в жизни бренной минует беда? Двух портных занесло неизвестно откуда, а потом унесло неизвестно куда. И зачем проходимцев таких, о Аллах, принимают порою в приличных дворцах? Разве так утомительно быть гениальным, что охота немного побыть в дураках? Эти двое портных на султана глядят и так грустно, печально ему говорят. Все другие султаны давно уж в кафтанах, а на самом великом султане халат? Видно, ваших визирей пора удавить, раз не могут за модой они уследить, раз они не радеют родному султану и постылый халат заставляют носить. Разразилось, понятное дело, гроза, и визирям, конечно, султан показал. По-отечески, ласково, каждого высек, а портным изготовить кафтан приказал. Ну, а те постарались, как только смогли.
в неустанных трудах пол казны извели. И всего лишь 2 года спустя, ранним утром, прямо в спальню султана кафтан принесли. А на вешалке, где находился кафтан, в общем, как бы была, так сказать, пустота. Но с другой стороны, если пристальней глянуть... Не висела на вешалке той ни черта. Сделав пару попыток проснуться, султан напряженно и долго моргал на кафтан. Собираясь промолвить бессмертное что-то, он в слова гениальную мысль облекал. Но не дав самодержцу и слова сказать, эти жулики радостно стали орать. Дескать, качество вкуса султанов известно, и другого они не могли ожидать. Мол, судьба настоящих портных нелегка, всюду зависть пропана и суд дурака. Но они помирать завтра могут спокойно. Посчастливилось им лицезреть знатока. Но, пожалуй, они умирать подождут. Может, пользу какую еще принесут. Потому что, увидев султана в кафтане, все придворные тут же без чувств упадут. Ослепленный такой перспективой султан моментально издал гениальный ферман. Чтобы завтра же все прекратили работу и собрались приветствовать новый кафтан. 5 визирей, прослушав ферман, со всех ног побежали готовить стихийный восторг. Кто, что, где и когда должен радостно крикнуть, чтоб никто ошибиться и спутать не мог. И такой начался во дворце тут аврал, что на месте никто уже не устоял. Каждый каждому спешно втолковывал что-то. И при этом ужасно шумел и кричал. Мне Всевышнего логику грех осуждать, но порой его не могу я понять. Создает он, допустим, кого-то для дела, и тотчас же 2, чтобы делу мешать. Лишь к утру во дворце улеглась суета. Но проснулся, горя нетерпением, султан вызвал сразу к себе основного визиря и велел подавать побыстрее кафтан. А визирь основной, бедолага, был стар. И реакция, в общем, была уж не та. Он увидел кафтан недостаточно быстро, в результате чего и лишился поста. Молодой же визирь предыдущего зама с самой лучшей себя стороны показал. Моментально в кафтан облачил он султана, восхищение прикрывши ладонью глаза. Тут толпою другие визири пошли и себя, в общем, очень похоже вели. Подойдут, побледнеют, в восторге ослабнут, а потом оживут, чтоб кафтан похвалить. У дворцовых ворот ждет давно беднота, тюбетей, халатов и лиц пестрота. Водонос и кузнец, землепашец и плотник тянут шеи, толкаются. Где же султан? Наконец-то! Дождались! Выходит он сам. Описать эту сцену бессилен Колян. Я со всем остальным худо-бедно справлялся, но для этого нужен великий Хаям. Но очнувшись, подумали так бедняки. Во дворце ведь сидят не совсем дураки, и, наверное, больше, чем мы, понимают. Нам же в эти дела залезать не с руки. И опять-таки, сам гениальный султан. И к тому же вчерашний великий ферман. Может, нынче султану вот так вот и надо? Может, это и есть знаменитый кафтан? И ходить бы, наверное, в кафтан всем. И султанскую волей вернуться в Эдем. Но мальчишка какой-то внезапно как крикнет:
Дядя, дядя, послушай, ты голый совсем! Так, по склону катясь на скрипучей арбе, мы вверяем себя всемогущей судьбе. Лишь мгновенье назад ты возницей был гордым. Миг прошел, и не встать из канавы тебе. Всем, конечно, узнать интересно про то, что с султаном и мальчиком было потом. Я вам прямо отвечу. Аллах его знает. А из смертных, наверное, не знает никто. Но не стоит печалиться. Честно сказать, этой басни мораль невозможно понять. Если мальчик не прав, то зачем же он крикнул? И вообще неприлично на взрослых кричать. Скажите, это что, действительно был Восток? Какой Восток? Вы видели, во что они одеты? Да, кошмар. Совершенно не умеют жить. Восток, это же тонкое дело. Это же шароварчики, рубашечка, жилетик. Пойдемте, я вам эскизик набросаю. Ну, пойдем. А вы заметили, какие у этой актрисы изящные руки? Да, и ноги. Вот такие. Да, и ноги. Ну при чем тут ноги? Вы посмотрите, а? Да, но главное все-таки ноги. С вами совершенно невозможно разговаривать. Так это с вами невозможно разговаривать? Да вы просто ничего не понимаете. Простите, милочка, а вам не показалось, что здесь было как-то очень мало музыки? Да вообще никакой музыки. А обещали, между прочим, оперный театр. Да, я, знаете ли, ждала такое. Тореадор, смелее в бой. Ой, пойдемте, милочка, я вам там допою. Знаете, а по-моему, это было очень эзотерично. И длинно. Нет, знаете, это было, по-моему, очень эротично. Ой, длинно. Нет, знаете, это было не длинно, а наоборот, как-то слишком лаконично. И длинно. И вообще, в нашем 32-м управлении королевской одежды такого быть не может. Thank you.
коллекшн. Теперь уже с уверенностью можно утверждать, что наше учреждение «Королевская одежда» работает на внешнюю политику короля. Ну, посудите сами, о какой внешней политике может идти речь, когда жабо хватает за горло, сюртук выкручивает руки, жилет лишает жизненного пространства, а брюки, простите, постоянно нагнетают напряженность. Их приходится удерживать силой обеих рук. В этом году, несмотря на сложные погодные условия и высокую нестабильность магнитного поля, наше учреждение решило важную государственную задачу. Говорить о достоинствах, созданных в наших недрах тканей, я сейчас не буду. Вы оцените их сами, позже. Сейчас же, коллеги, мне хочется говорить о другом. И даже не говорить, коллеги! А что? Петь! А посмотрите на наше лице, сколько добрых, приятных улыбок и рукопожатий. Здесь все друг другу друзья, все родные, любимые, милые сестры и братья. А как хорош коллектив и наш путь, вот уж что нам не изменит. Можно всегда на получше стрельнуть. Кто-нибудь удастся на Кавказ? Простите, проштрафился зять. Здесь не тёща и вода собрали с размахом тюша. С совестью мы не ведём диалог, но мы ищем с отвагой будущих наших успехов залог. Правда, пока на бумаге. А теперь предоставим слово коллеге Пси. Она расскажет нам о большой общественной работе, проведенной коллективом нашего учреждения за отчетный год. Прошу вас, коллега. Обратимся к цифрам. Примем за единицу объем продукции, выработанным нашим учреждением за отчетный год. Не надо. Ну, хорошо. Тогда я расскажу вам об одном интересном начинании нашего коллектива. Я имею в виду книгу писем Риагажи. На сегодняшний день не 2017 записей. Приведу некоторые из них. 18 марта был получен анонимный сигнал о том, что коллега Фи круглый дурак. Уже в полдень сигнал подтвердился. И как же мы отреагировали? Коллеги, поставлено на вид. И правильно, нельзя ставить личные интересы выше общественных. Трогательное письмо получили мы 15 апреля. Дорогие коллеги, мы с моей невестой Теточкой любим. Еженедельную передачу вы нам писали, не отпирайтесь. Недавно мне прозвучало выражение «два сапога пара», смысл которого нам не совсем ясен. Мы бы, конечно, не стали вас беспокоить, но вчера указанное выражение прозвучало почему-то в наш с Теточкой адрес. Это письмо попало к нам, конечно же, по ошибке. Оно было адресовано учреждению «Королевский быстроход». Но мы с радостью ответили молодым и даже написали об этом песню, которая стала украшением нынешнего королевского конкурса. Коллеги, давайте исполним ее и... Совсем не то, что в одном. Чем быть в одном?
А теперь коллеги Мю и Ню покажут нам образец новой ткани. Здесь не видно ни расцветки, ни узора, ни текстуры. И вообще... Нельзя, мадам. Это вся ткань. Ну так попросите ткачей еще наткать. Хотя бы к завтрашнему дню. К завтрашнему? Они не смогут, мадам. Ну так послезавтрашнему. И к послезавтрашнему не смогут, мадам. Ну хорошо. Через 5 дней смогут? Через 10, мадам. Давайте через 5, коллеги. Через 10, мадам. Через 5. Через 10. Через 5. Через 10. Ну хорошо, хорошо. Через 10. А через 10 они не смогут, мадам. Коллеги, вы что, издеваетесь? Спокойно, коллеги. Сейчас мы вам все объясним. Чтоб в мороз в одной рубашке мы зимой могли ходить, повезли весь хлопок в тундру, чтобы его там закалить. Чтоб в мороз в одной рубашке мы зимой могли ходить, повезли весь хлопок в тундру, чтобы его там закалить. Хлопок с огерем скрестили, хлопку даст он желтый свет. Да, весны в снега укрылись, да, снега хлопка нет. Мы в Испании купили снова хлопок первосорт, и снова с огерем скрестили, расцветет будет желтый свет. Правда, хлопковая нить. Повезли станки мы в тундру, чтобы их там закалить. Вместо того мы их закрыли, закалятся пару лет. Через пару лет отрыли мамонта скелет. Снова в Швеции купили 5 станков незакаленных. Не нуждались, чтобы крыши стали в тундре закалять. Чем за рубежом. И теперь со всей ответственностью мы заявляем, ткани больше нет и не будет. Это успех! Коллеги, а что же мы скажем королю? Правду. Одну только правду. И ничего, кроме правды, учил говорить меня мой дедушка. Коллеги, давайте скажем королю правду. Коллега Ро, о какой такой правде вы говорите? Но ведь ткани фактически нет, и отчитываться нам стало быть нечем. Коллега Ро, нельзя же так недопонимать. Если мы скажем королю, что ткань есть, разве мы не скажем правду? Вот она, эта ткань. Разве мы не скажем одну только правду? Ведь эта ткань наша, не правда ли? Я вас спрашиваю, коллега Ро. Правда много. Вот именно правда. И ничего, кроме этой правды, мы действительно не скажем, потому что не надо. Нас об этом никто не просит. Кому нужна и
еще какая-то правда, когда одна правда уже есть? Ведь та, вторая правда будет уже не правда, ведь правда только одна. И в этом вы правы, коллега. Это во-первых. А во-вторых, если мы скажем королю, что ткани, как изволил выразиться коллега Ро, фактически нет, что, как мы уже выяснили, является неправдой, то мы огорчим короля и, стало быть, причиним ему зло. И это за все то добро, которое мы от него имеем. Да как вам не стыдно, коллега Ро? Неужели мы посмеем огорчить старого, доброго, усталого человека, несущего на своих плечах бремя величайшей ответственности за судьбу всего нашего королевства? Нет, не посмеем! И в-третьих, друзья мои, времена у нас уже не те. Голым не ходит никто. Есть, коллеги, чем прикрыть свое «я». А королю, в крайнем случае, выпишем ткань из Испании. Безговорочном выполнении наших обязательств единогласно. И напоминаю, что завтра мы все приглашены на бал, который дает король в честь тружеников королевской одежды. Будет концерт, будут танцы, и да, будут большие праздничные королевские наборы. Больших работ, сложных таких работ, много важных, больших работ. Мы провели закон, чтобы включить в отчет. И вот готов наш отчет, кто проделал их работ. Я потрясился весь прошлый год. И кто отчет наш прочтет, тот без сомнения поймет. Мы славно трудились, вот. Об отчетах у нас у всех целом большой успех. Общий такой успех, важный такой успех. Славный общий такой успех вызвал у нас у всех радостный детский смех. И вот готов наш отчет, кто проделанный работ нам отразился весь прошлый год. И кто отчет наш прочтет, тот без сомнения поймет. Мы славно трудились год. Thank you.
Возносите все эти поклоны. Я, как вам известно, очень скромный. Я разрешаю вас торгаться мной спокойно. Ведь я же в сущности простой король. Ваше Величество, дует! А там? Нет? Нет, Ваше Величество. Тогда пойдем туда. Что ж вы сразу мне не сказали? Страсти небесные. Ваше Величество, можно? Можно. Можно. Начинайте. Выступает творческий коллектив. Оратория в трех частях. Часть первая. Проблемы. Ты тут. Он там. Ох. 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 Они. А-а-а. Часть вторая. Лирическая. Она. Он. Ап. Часть третья. Патетическая. Я. Ты. Он. Мы. Дорогие дамы и господа, труженики 31-го управления моей одежды. 32-го, Ваше Величество! Да,
Не помню. Как? Как же, Ваше Величество? Отчет, Ваше Величество, отчет писали. Такая большая красная папка. Не помню. Ну как же, Ваше Величество, красивый такой. С картинками. А, помню, читал. В отчете вашем мне известно, и оно в ткани очень лестно. Мне мои придворные министры говорят: у вас большим успехом поздравляю, и в короткий срок повелеваю, для парада шить из новой ткани мне наряд. В отчете нашем уж известно, и оно в ткани очень лестно, король придворные министры говорят: нас король с успехом поздравляем, и в короткий срок повелеваю, и да, коллеги, мы с вами получили очень почетное задание. И теперь мы должны вместе сесть и подумать, как нам с честью выйти из этого очень почетного положения. Коллеги, коллеги! Коллеги! Давайте-ка возьмем стульчики и вместе подумаем, как нам выйти из этого крайне почетного положения. Если шить, то как? В первой проблеме для нас нет вопросов. Ну, конечно же, шить! Нам коллектив подвести нельзя. Не забывайте об этом, друзья. Ведь мы работали целый год. Старания много вложили в отчет. Если ж не можем свой принять, у нас коллектив план выполнять. Пока с успехом прошу. Что-то жить, как
все мы такие ответственные люди, когда речь заходит об ответственности. Я, конечно, за то, чтобы жить. Это я понимаю. Но я не понимаю, как можно жить из такой маленькой ткани до такого большого королева. Ну, коллега Ром, вот об этом мы сейчас и будем думать. Коллеги, а давайте потянем. Нельзя же так несерьезно подходить к такой серьезной проблеме. И что же вы предлагаете? А что если... Вот! А? Когда вопрос ткани решен, предоставим слово нашим модельерам. Манекен короля, пожалуйста. Если ничего не увидит. Эх, коллега Ро, коллега Ро. Нет у вас, дорогуша, глобального подхода. Какой-то вы незрелый, что ли. Неужели вы думаете, что королю среди его бесконечно больших королевских дел есть время на такое бесконечно малое дело, как платье? Если ему ничего не сказать, он ничего не заметит, а доволен будет, потому что легко, нигде не жмет, не давит, не тянет. Но король будет, простите, а ведь он был так добр к нам. Мы тут проходили мимо и случайно подслушивали. Можно подумать, что только коллега Ро заботится о нашем короле. А мы... Разве все мы не полны добрых чувств
к королю. Разве мы не верные слуги его величества? Сядьте, коллега Ро, и вспомните, что король меняет свои наряды каждый час. А теперь возьмите весы, коллега Ро. Весы возьми. И положите на одну чашу весов один час короля в нашем новом платье. А на другую — жизнь. Спокойную жизнь целого станового коллектива. И тогда вы уже снетесь своему эгоизму. Хорошо. Я больше не буду. Ну вот и умница. Коллеги, коллеги, а как же мальчик? Какой еще мальчик? А вот найдется один такой мальчик и все испортит. Как в сказке. А мальчиков... Послать! Куда-нибудь. Коллеги Мю и Ню, позаботьтесь о том, чтобы к завтрашнему дню мальчика в городе не было. Thank you.
третий проснулись! Спинка я в костюм облачился, и вот в нем иду. А вот он! Дальше ясно, только помню прекрасно, что иду. Ах да, совсем забыл. Я ведь дело сегодня хотел сделать доброе. Это вам казнили, ваше величество. А того повесили, ваше величество. Не поможет, ваше величество. Вспомнил. Вы славно потрудились. И вот теперь, если мне понравится мое новое платье, вы будете удостоены чести носить точно такие же. Никакие слезы, никакие просьбы и никакие мольбы не помешают мне сделать это доброе дело. Виноват сказал. Величество сказал. Ваше сказал. Ваше. Ну, мое.
Успокойся. Как тебе мое новое платье? Хорошо, не правда ли? Правду, одну только правду, и ничего кроме правды. Учил говорить мне мой дедушка. Покойный. Дедушка, говоришь, умер. Жаль. Жаль, ваше величество. Жаль. Ваше величество, у вас... Что ты сказал? Дедушку жалко, ваше величество. Он у меня такой был... Правда. Да слышал уже. Жалко дедушку. Всем жалко. Постой. А умер он как? Как? Умер, спрашиваю, как? Сам. Сам, говорят. Ой... Кто как говорит? Все говорят сам. Жаль. Жаль, что сам умер. Правдолюбец. Виноват, ваше величество. Может, и не сам. Я тогда еще маленький был совсем. А может, и не было мне вовсе. Да, он умер, а меня не было вовсе. Это хорошо. Хорошо, что не было. Молодец. Ваше величество, я сейчас как правду скажу. Ну? У вас, ваше величество, у вас... Ну, что у меня? У вас, ваше величество, пустячок. Пустячок, так не мешай. Встань в строй. Да, пустячок, пуговка. Такая маленькая-маленькая на левом манжете оторвалась. Пуговички, говоришь, нет? Да, правда нет. Правда, а только правда, ничего кроме правды. Говорил твой дедушка, я уже слышал. Все-таки жаль, что он сам умер. Послушай. Так где, ты говоришь, пуговичка должна быть? На левом манжете, в вашем месте. Но я что-то и левого манжета не вижу. Он есть, ваше величество. Куда ему деваться? Это я вас должен спросить. Одеваете короля, а манжета нет. Так и правого манжета тоже нет. Ну как же, ваше величество, правый должен быть. Да нет, ну посмотрите. Вот левая рука, на ней есть манжет? Нет. А вот правая рука, не правда ли? Правда, а ну-ка правда, ничего кроме правды. Молчи, ты не до правды сейчас. Правая, ваше величество. И где же на ней манжет? Ой, ваше величество, виноваты, совсем запамятовали. На вас же безманжетный вариант. Ну а где же манжетный? А манжетный в гардеробной, ваше величество. Он вам для игры в карты. Будете на манжетах записывать. Ну это другое дело. Безманжетный. Это другое дело. Надо сейчас же издать указ, чтобы манжеты не пришивали. Надо экономить на манжетах. За рубежом, ваше величество, давно уже манжеты не пришивают. А в некоторых странах и рукава... Кто сказал? Нет, но рукава — это уже слишком. Все-таки в приличном королевстве рукава должны быть. Простите, но я почему-то не вижу свой левый рукав. Нет, он есть, ваше величество. Да я понимаю, что есть. Куда ему деваться? Мне и инструкцию зачитывали.
Чтобы уменьшить парусность рукава, нужно держать даму с подветренной стороны. Но я что-то не вижу свой правый рукав. Ничего не понимаю. Куда рукава подевались? Поняла. Все поняла, Ваше Величество. Это гардеробщик напутал. Он нам безрукавный вариант подсунул. А рукавный где? А рукавный в гардеробной, Ваше Величество. Но ведь сегодня праздник, и рукава засучивать не придется. В крайнем случае, рукава сегодня можно домыслить. Ну хорошо, рукава я домыслю. Но мне почему-то начинает казаться, что у меня и на плечах ничего нет. Что же это на мне? Бесплечевой вариант? Или бесплечевый? Не знаю, как сказать. Бесплечевый, Ваше Величество. Ну, шея, конечно, открыта. Это какой же вариант? Бесшеевой? Бесшеевый, Ваше Величество. Зачем же вы мне такое декольте большое сделали? Я же не дама. Зачем мне это? Руки голые, плечи голые, шея открытая. Постойте, постойте. Но я точно помню, что жабо мне накалывали. Ну да. Кто-то еще из вас спрашивал, не жмет ли жабо? Спрашивал. Не жмет ли жабо? Не жабит ли? Жнобит меня? Не холодно? Нет. На груди что-то есть. Орден. А под орденом? Холодно. А на спине что-то есть. Орден. А под орденом холодно. А ниже спины. Боже мой, и в этом я выходил на балкон, что-то говорил людям. Какой позор! Зачем вы меня так? Что я вам сделал? Не понимаю. За что? Кажется, пронесло. А что, собственно говоря, вообще произошло? Любят у нас, знаете ли, по пустячкам. Ух, надоело спину догнуть. И голова разболелась. Коллеги, простите, а вы заметили, что король был где-то по большому счету не очень-то того одет? И я бы даже сказала более принципиально, очень не одет. Нам даже неудобно было смотреть.
Да ладно, чего там? Король ты был! Голый! Точно! Он наивный! И теперь, когда мы узнали правду, мы со всей ответственностью, засучив рукава, с еще большей на 3,14%, на 100%! На 150! На 200! На 300! Thank you.
Максима Школа. Валерий Зубан. Василиса Толкачева. Соня Будов. Марина Белова. Вячеслав Пахомов. Олег Гущин. Анастасия Куценко. Елизавета Будова. Егор Малютин. Святослав Крешин. Машенька Гаремина. Егор Максимов. Аккомпаниатор Дмитрий Райский. Авторы сценария Борис Евсеевич Кантер. Виктор Леонидович Кобельский. Хореографы Татьяна Гулидова, Мария Травникова, Елена Шалутина. Педагоги по танцу Дарья Катерина, Олег Гущин, Егор Максимов. Педагоги по вокалу Елизавета Будова, Святослав Трешин. Художник декорации Илья Зольчин. Художники по костюмам Ольга Тимофеева, Алёна Максимова. Концертмейстер Александра Бублик. Художественный руководитель Елена Шумаров. Директор театра Татьяна Георгиевна Кода. Мы благодарим звукооператора Дмитрия Лукаша, а также светооператора Митю Митькина за помощь оказанную при проведении спектакля. А теперь мы просим подняться на сцену всех тех, кто хочет нас поздравить, пожалуйста. Thank you.
спектакль окончен.